Скажите, что это такое? Яйцо. Яйцо. А следующий предмет? Вот это что? Яйцо. Тоже яйцо? А вот это? А, яйцо. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Как вы думаете, они одинаковые или разные? Одинаковые. А вот и нет. Нет, а какой ответ? Так разные или одинаковые? Разные. Вы должны сказать одинаковые. Должны. Конечно. А я тогда скажу, нет, они вовсе не одинаковые, они разные. И об этом стихотворение. Три яйца, став на бортик кастрюли, в кипяток по команде нырнули. Совершали в воде процедуры для своей яйцевидной фигуры. «Я сварилась! Бросаем зарядку!» – прокричало одно, то, что всмятку. «Дайте воздуха свежий глоточек!» – закричало другое. В мешочек. Только третье яйцо оставалось и в кипящей воде болтыхалось. В восхищении замерли двое и воскликнули: «Да, ты крутой!» Ну что, прогуляться может остается? Давай прогуляемся. Давай прогуляемся. Песенка про прогульщиков. Мы бы очень хотели, чтобы из сундука в этот момент мы вытащили музейный номерок. Ну вот ни у кого у нас рука не поднялась. В каком-нибудь музее забрать номерок. А у матроса в сундуке не оказался этого номерка. Поэтому мы просто споем. Прогуливали день, приплывем сквозь белый свет и голубую тень. По самой лучшей из дорог испытанной искали и проходили за урок по полтора бульвара. И проходили за урок по полтора бульвара. Ля-ля-ля-ля-ля. Расстаться не могли. Когда бульвары кончились, они в музей зашли, повесив куртки на крючки в египетском отделе. Пластмассовые номерки друг дружке пальцы вдели. Пластмассовые номерки друг дружке пальцы вдели. Вот так.
Вот так. Вот так. А теперь вообще. 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 И вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Джон носит блестящий прорезиненный колпак. Джон носит блестящий прорезиненный портфель. Джон носит блестящий прорезиненный колпак. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Джон носит блестящий прорезиненный колпак. Джон ходит блестящий прорезиненном плаще. Джон носит блестящий прорезиненный колпак. Джон ходит блестящий прорезиненном плаще. Вообще, 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 вообще. Джон носит блестящий прорезиненный портфель. Джон носит блестящий прорезиненный колпак. Джон ходит блестящим прорезиненным плащем. Вот так, молодой Джон. Вот так, и вообще, вот так. Вот так, вот так, вообще. Вот так, вот так. Ну что ж, мы достали все, что у нас было в сундуке. И все-таки один последний предмет еще остается. И этот последний предмет давай доставай. Ты медленно, медленно, медленно. О, какой! Это бутылка со дна моря, росшая ракушками, всякими водорослями и штуками. И в таких бутылках что бывает, знаете? Письма, конечно, из дальних краев. Ну-ка, давай, давай, давай письмо. Давай, читай. Давай, сейчас я буду читать это письмо. Ага. Дорогой Дормидон Порфирьевич. А, это тот капитан, про которого я рассказывал. Да, дорогой Дормидон Порфирьевич, пишет вам матрос, которого вы спасли с необитаемого острова. Помните, как его звали? Четверг. Пишет вам матрос Четверг, которого вы спасли с необитаемого острова. Я забыл сказать вам спасибо. Хочу передать вам в подарок этот сундук с моей морской коллекцией. Поэтому отправляю его по волнам Житейского моря в надежде, что когда-нибудь он дойдет до вас. Желаю вам здоровья, новых островов и успехов в жизни. Вечно ваш матрос Четверг. Если вам когда-нибудь попадется капитан Дормидон Порфирьевич, пожалуйста, передайте ему, что у нас для него есть подарок от матроса Четверга. Большое спасибо вам за внимание. Перед вами выступал дуэт «Ойф Блэк», Женя Славина и Игорь Белый. Приходите еще. Сейчас мы еще споем вам одну песню, которую мы очень редко поем. Стихи очень известные. Это Нил Хармс. Да. Стихи мы решили, что это вполне очень даже блюз. Ничего бы нет. Несчастная кошка порезала лапу, сидит и ни шагу не может ступить. Бедная кошка. Несчастная кошка порезала лапу, сидит и ни шагу не может ступить. Скорее, чтоб вылечить кошкину лапу, воздушные шарики надо купить. И
сразу столпился народ, на дороге стоит и кричит, и на кошку глядит. Смотри, на кошку. И сразу столпился народ, на дороге стоит и кричит, и на кошку глядит. Кошка отчасти идет по дороге, отчасти по воздуху плавно висит.